Всем привет, с вами Ягуар Си1, и это новый выпуск новостей из Ягуарска. Сегодняшнее обновление получилось, получилось их немного обновлений, но есть что рассказать вам. Сегодняшнее обновление, в том, что я немного изменил вид с боссом, все немного поменял, он выглядит вот так. Кстати, не обращайте внимания на щелканье, просто я у меня ВК включ, поэтому не... Не лезьте к себе, ВК, это у меня щелкает. В общем, вот такой вот мост получился, немного изменив стиль. Два белых крестика и один красный крестик. О, я заменил на вот такие вот варианты. Кстати, осталась табличка, улица Воеводина Стрит. Да, кто не знает, Воеводина Стрит — это в переводе с английского улица Воеводина. Так, но с другой стороны, тут написано улица Воеводина прямо, гипермаркеты такие чуть левее здесь, и гостиница Водолей прямо. Кстати, интересный факт, ребят. Интересный факт в том, что заповедник в гостях у Сиреноголового видно не только со стороны улицы Воеводи, но и со стороны улицы Фролы. Кстати, как вы видите, сейчас такой туман. Ну да, я просто сменил шейдеры. Поэтому вы видите, какой туманчик. Туман образовался с дымкой. Кстати, вот он, жилой комплекс Сибирь. Я обозревал их вместе с... Торговый центр тоже. Где-то вон отсюда, отсюда и виден этот живой комплекс Сибирь. Так, давайте-ка я сменю-ка шейдер, поскольку здесь не очень привычно. Просто дымок мешает. Может, не дымок, а туман. Кому как угодно. Вот, все, сменили шейдер. Будет выглядеть вот так, но... Так и надо, короче. Все. Рекомендации, короче, когда я выбирал шейдер. Короче, вот он. Вот он весь заповедник. Вон деревушка посреди заповедника. Речка с сиреноголовой. Но вы это видели, ребят. Вы это видели. Ну и сегодняшнее. На сладенькое я оставил вам. Это новый аэропорт. Аэропорт Воеводинский. Хотя, если по секрету, то это тот же аэропорт Калининский, только немного с добавлениями различных фишек. Это, в частности, парковочная зона и обновленные, как бы сказать, воздушные взлетно-посадочные полосы. Ведь изначально в аэропорте Калининском было полностью просто, типа, черная платформа. Сейчас это уже полноценные взлетно-посадочные полосы, извиняюсь. Также я добавил надпись «Аэро» на здании аэропорта, поскольку надпись «Аэропорт» не вместилась. Ну, есть также надпись «Воеводинский», то есть «Аэропорт Воеводинский». Хотя официальное название аэропорта – это Международный аэропорт города Якутска имени Воеводина. Александра Воеводина, если что. Давайте зайдем. Так, проходим, тут у нас регистрация проходит. Тут у нас стоят два компьютера, и там нас регистрируют, то есть парень. Регистрация, короче говоря. Кстати, красная дорожка, да, она осталась. Туалет тоже остался. Туалета лучше кайфа нет, кто помнит. Сиденья, как обычно, остались. Кассы тоже. Ну и добавил табло за рейсов, какие вылетают. Типа Якутск, Косинь-Сибирск, да, Косинь-Сибирск, пародия на Новосибирск. Якутск, Кловерск, кстати, Хабаровск, пародия. Якутск, Моргипет, типа Египет. Якутск, Аляска,
Ну, типа штат Аляска и Яконск, Арбистан. Но это типа на Таиланд. Дальше нас встречает надпись «Счастливого пути» на русском, на английском языке. Выходим. На другой стороне нас встречает надпись «Добро пожаловать в Яконск» на русском и на английских языках. Так, тут сюда подъезжает автобус «Тилитрап». Ну, специально такой автобус, чтобы подвезти пассажиров к самолетам. Парковочная зона для автобусов «Тилитрап». Ну, если проще сказать, это для служебных авто. Офтоп, короче. И дальше сразу посадочные полосы. Хотя я про них недавно говорил. Но есть сам еще одна фишка, которую я не решил добавить, пока строю. Это, конечно же, подсветка рядом со взлетно-посадочными полосами для того, чтобы самолеты могли в ночные часы прибыть туда, чтобы было видно. Так, давайте-ка наберем time night, что ли. Вот. Запустились у нас фонари. Вот. В общем, все это издалека видно. Вон. Мы представляем такой случай, типа самолет прибывает из очередного рейса. Ну, например, тот же Урбистан прибывает, ну или даже какой-нибудь гостевой самолет. Тоже, так тоже бывает. Вот, прибывает и уже останавливается на взлетно-посадочной полосе. Ну и насчет режима работы аэропорта. Аэропорт работает круглосуточно с техническими перерывами с часу до половины второго часа ночи и с 4 до 5 часов утра. То есть с техническими перерывами. Ну и так, тоже остановка автобуса, кстати, осталась там же. Ой, извините, я случайно нажал. Так, шестерочку нажал. Так, пишем надпись «Аэропорт Воеводинский». Далее у нас. Что где находится? Налево улица Кумаритова, направо улица Воеводина. И да, ребят, на всякий случай. Вот подсветку не путайте, пожалуйста, со солнечной электростанцией. Это специально для того, чтобы самолеты в ночные часы могли прибыть. Ну, неважно, какого рейса, хоть с рейсом, хоть даже гостевые. Хотя. Ну, короче, я делаю все как в игре Airport City. Кто не знает, Airport City — это игра такая на смартфоне. Я ее на планшет установила, так понравилась игра. Решил, можно сказать, повторить этот городок, только уже в Майнкрафте. И вот, собственно, я повторил аэропорт, но остальное я добавлю то потом. Ну что, с вами был я, Конор61. Пока что никаких изменений не было. Подписываемся на канал, ставим лайки и пишем идеи на всякий, что еще построить. На этом сегодня все. Всем удачи, всем пока.